Приветствую! Обидно, обидно, друзья! Сегодня я получил уже миллион сообщений. Со ссылкой на видео, где юрист заявляет о том, что, мол, слово повестка не встречается в законе. То есть повестка законом не предусмотрена, и к ней, соответственно, есть определенные вопросы. И, конечно, многие из вас написали, что, мол, ну так и что, а ты нам говорил, что, мол, надо повестку принимать. А оказывается, повестки даже законом не предусмотрены, даже слова такого в законе нет. И, безусловно, супер, что вы... Подходите к анализу ситуации критически, да, и исследуйте разные источники. Но все равно обидно, что вы усомнились. Так вот, друзья, давайте разберемся в этом вопросе. Сейчас посмотрим законы определенные, да, и посмотрим, есть ли слово повестка в законе. Давайте смотреть закон. Итак, друзья, смотрим закон о э, воинской обязанности и воинской службе. Это, как мы понимаем, самый главный закон да, в контексте призыва, в контексте исполнения человеком его воинской обязанности. Ну, естественно, после Конституции главный. Так что же здесь? Есть слово «повестка» или нет? Давайте вместе с вами проверим, как мы это сделаем. Как мы знаем, есть такая функция «Поиск по странице». Нажимаем Ctrl-F и пишем слово Повестка. Вот, вы видите: вот здесь внизу под моим изображением, будем искать вот такое, такой набор букв Повест. И вы видите закон, э, вернее, не закон, а э, Mozilla говорит, что есть 9 совпадений. Давайте их посмотрим, что это за совпадение. Опа, на! Смотрите! У повістці. тобто, слово повестка є все-таки в законі. А давайте ще подивимось, кого це касается. Це касается людей, які проходять що? приписку. І от смотрим. для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до відповідного районного, міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В строк зазначений у повістці. Тобто є таке слово, а давайте ще раз розмові: знова призовники, яким надійшла повістка, тобто Навіть є слово «повістка», Прямо слово «повістка» є. І ми бачимо, що призовники, які отримали повістку, повинні прибити до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це касается призовників. Йдемо далі. Снова это слово повістка. І знова здесь повістка. А от і що? Військово зобов'язані та резервісти, яким надійшла повістка відповідного районного ТЦК та СП, зобов'язані прибути в пункт і в строк, визначені у повістці. Ідемо далі. От знову слово повістка. І знову слово повістка. А, а тут не повістка. Тут слово вже не повістка. І так. Резервісти. Резервісти зобов'язані з'явитись до військових частин або на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У строки зазначені в отриманих повістках. Знову повістка. І знову повістка. І так, що ж ми бачимо? в законі України ОВО і ВС. Слово повестка упоминается 8 раз. Да, вот нашли мы здесь 9, но там одно было не такое слово. Да, там что? С повесты ты было. Итак, в законе ОВО и ВС повестка упоминается 8 раз. А это главный, кстати, закон, когда мы все-таки говорим о воинской службе. Давайте посмотрим еще один закон. Закон, который сейчас главный в контексте мобилизации. Да? Специальный закон, который регулирует порядок проведения мобилизации в Украине. И мы его все знаем с вами. Закон про мобилизационную подготовку-то мобилизацию. И снова давайте поищем здесь слово повестка. О, находим, находим 22 статью. Де сказано, що під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у строки, зазначені в отриманих ним документах, мобілізаційних розпорядженнях. вистках коревники в территориальных центрах комплектования соціальної социальной поддержки. Снова повестка, повестка. Еще раз напомню, это закон основной сейчас о мобилизационной подготовке и мобилизации, да? Ну снова основной, естественно, после Конституции, но в контексте мобилизации в Украине это главный сейчас закон. Так какой же вывод из всего этого мы можем сделать? Безусловно, вы поступаете правильно, вы ищете информацию в разных источниках и перепроверяете ее. И я вас за этот подход очень уважаю и на самом деле не обижаюсь. Даже на тех, кто мне написал, что мол ты ж ничего не знаешь. Друзья, я думаю, сейчас вы все убедились, что слово повестка предусмотрено законом выдавать повестки, как мы с вами видели, да, по тексту этих законов, ТЦК и СП могут, но, конечно, не в тот способ, который вот этот сейчас делается там на улице выписывать, об этом мы говорили уже многократно, что выписывать повестку может коревных ТЦК. Это прямо в законе предусмотрено, все. А не какой-то военнослужащий, да, который вот там на улице заполняет. Друзья, если вы не смотрели мое видео по поводу рассылки повесток в мессенджерах посмотрите вот по этой ссылочке законы которые мы сегодня с вами смотрели вы можете сами зайти и почитать ссылочки будут в описании к данному ролику друзья если вы считаете что закон Олег Николаевич знает, давайте поставьте ему лайк за это. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Надеюсь, теперь вы точно знаете, какой адвокат знает закон, на кого нужно подписываться и на чей телеграм-канал тоже нужно подписаться. Друзья, желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.